Берем наш чай и идем пить его вот с такой вот красотой. Халва из муки. Очень вкусная. Попробуйте, не пожалеете. Самая вкусная халва. Вот так вот у вас должно получиться. Вот такое вот тесто. И сейчас мы его мешаем на медленном огне. Смотрите, чтобы у вас он не подгорел. Поэтому ставьте на медленный огонь и потихоньку помешивайте. Все это дело займет примерно минут 20, то и 25. Я помешиваю деревянной лопаточкой. Деревянной лопаточкой сама удобно мешать. Эту халву. 25 минут. Ваша халва становится более мягкой. Более такой, видите? Вот такой вот она должна у вас получаться. Мягкой. Значит, ваша халва готова. Берем любую глубокую емкость и перекладываем нашу халву. В эту халву добавляем 2 стакана сахара. И хорошо перемешиваем, оставляем, чтобы наша халва... Когда у вас немного остыла халва, она должна быть теплая, не горячая. Мы берем тарелку, берем холодную воду, обмакиваем руки, мочим. И делаем из халвы формочку, такую полукруглую. Вот. Очень вкусная. Попробуйте, не пожалеете. Самая вкусная халва.